Банде Гуру Пададандам Бхакта Бинда Саманитам Шри Чайтанна Прабхум Банде Нитта Ананда Саходитам Си Нанда Нанданам Банде Радхика Чарана Дайам Гопиджано Самаюктам Биндаванам Манухар Ванчакалпатарувасча кипасинду бхавача Патитанам паванебхьо вайшнавебхьо намо намаха Мукам кароти вачалам пангум ланхайтагирим Яткипатамахам ванде парамаанандамадавам Бриндавай тулсидеббхай пиявай кесавасача Кришна Бхакти Паде Деви Саттваттвай Намо Намаха Нараяна Намаскритта Нарунчайва Наруттамам Девин Сарасватин Вясам Тато Жайо Мудире Санкиртане Кришна Катхопадеше Гаурия Патрасья Пракасанеча Садануракта Гуру Бхакти Юкто Бхакти Прамодакша Джагодварайна Дейям Сада Паривабхагнам Авиштадухам Тетхас Падам Сива Виринчанутам Сараньям Бхитаттихам Панутапал Бхавадипутам Банде Махапурушате Чаруна Равиндам Ятпадапаллаванакачандамани Чатая Биспуриджита Кимапикапавадхусвадарши Пурнанурагра Сасагра Сарамуртихи Сарадикамай Кадатхам Каруш Шри Кришна Чайтанна Прабхунитананда Сиаддайта Гададхара Сивасадихи Гаура Бхактавинда Шри Кришна Чайтанна Прабхунитананда Сиаддайта Гададхара Сивасадихи Гаура Бхактавинда Харе Кришна Харе Кришна 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 Харе 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 Рам Харе Рам 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 Харе Харе Аджануламбита фужоу канака бодато Санкиртаной капитаро камала ятакшва Вишам бароу дижа бароу жогадхарма палоу Банде жагат прия кару Каруна аватару Харе Кришна Харе Кришна 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 Харе 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 Рам, Харе Рам, Рам Рам, Харе Харе. Намами Ганге Тава Пад Панкаджам Сура Сурайр Вандито Дивья Рупам Бхуктин Ча Муктин Ча Дадаси Ниттам Бхаванурупенна саданаранам Ганга таранга рамания джата калапам Гаури нирантара вибуши тобам бхагам Нараяно прияманага мадапухарам Варанаси пурапати бхажавихи шанатам Ваги саджуша бадане Лакшмир джаса чабакшаси Джасиастихида самбихид Твам нишинга махам бхаджи Харе Кришна Харе Кришна 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 Харе 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 Рам, Харе Рам, Рам Рам, Харе Харе. Клешагни Шубода, Мокхо Логутакрит,
Sudurlava, Chandra Anando Visheshatma, Sri Krishna Karshani Chosa, Klesagni Shubodha, Mukha Logota Krit, Sudurlava, Chandra Anando Visheshatma, Sri Krishna Karshani Chosa, Gauriya Goshtipati, Sri Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Thakur Prabhupada, Paramahansa Jagadguru told that if my morality, if my honesty, if my education, Gauriya Goshtipati, Sri Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Thakur сказал, что если мы происхождение, образование и прочие материальные качества они будут мешать Харибаджану, то я готов оставить их. Гаудия Гоштипати, Шишила Бхактисиддханта Сарасвати Госвами Такова Прабхупад сказал, что если моя честность станет барьером на пути Кришна Бхаджана, если мораль и она тоже станет преградой на пути Кришна Бхаджана, я готов отказаться от них без всякого сожаления и целиком и полностью погрузиться в Кришна Бхаджан. Может быть, весь мир будет критиковать нас. Вот, их дело, что нам дать до них на пути Кришна Бхаджана. Особенность Кришна Бхаджана такова, такое огромное влечение, огромная любовь к Шри Кришне, что ничего не может помешать нам на пути нашего Кришна Бхаджана, ни отец, ни мать, ни какие-то родители и прочее. Никакие социальные правила и традиции, никакие семейные обстоятельства, если они станут преградой на пути нашего Кришна Бхаджана, то мы оставим их без сожаления. Это говорят гопи. Гопи, они целиком и полностью готовы предаться Кришне. В этом особенность Кришна Бхаджана. И вот особенность Кришна Бхаджана в том, что мы должны посвятить себя полностью, не оставлять ничего для себя. Мы все целиком и полностью должны посвятить Кришне. И самого себя, и все, что у нас есть. Все мы должны посвятить Кришне. Если мы будем пытаться оставить что-то для себя, то до таких людей Кришна Бхаджан невозможен. Никто не может совершать Кришна Бхаджан без полного самопредания. И вот главное в том, чистота значит помнить Гуру Вайшнавов и Бхагавана. Это главный смысл чистоты в том, чтобы помнить Гуру Вайшнавов и Бхагавана. А осквернение что такое? Одним словом, если сказать, что такое осквернение? Осквернение – это вожделение. Если у нас есть кама, вожделение, желание каких-то посторонних, ненужных вещей, склонность к удовлетворению чувств, быть уверены, что вы осквернены. Шрила Бхактивелла Бхатхирта Госвами Махарадж говорил, что если характер мы потеряем, то потеряем все. Если мы сможем поддерживать брахмачарью на 100%, то тогда я могу прикоснуться к лотосным стопам Гуру Падпадмы и с полной уверенностью сказать, что вы достигнете высшей цели, даже если вы домохозяин, это
не столь важно. Если вы сможете поддерживать брахмачарью, то тогда вы достигнете успеха. Брахмачарья не значит, как обезьяны, внешне контролировать органы чувства, когда возможность предоставляется, то наслаждаться всем, чем можно, как обезьяны. Махапрабху приводит примеры обезьяны, очень хитрые. Они внешне очень отречены. Но если могут что-то украсть, они сразу воруют. Хотя внешне делать вид, что ничего не надо, и поэтому говорится, что мы не должны быть подобны обезьянам и выставлять свое отречение на показ. Если вы заинтересованы в том, чтобы совершать гаура-баджан, то очень просто. Все же это также очень сложно. Гауранга-баджан так прост и также одновременно сложен. Нет ничего проще, чем гауранга-баджан. Гауранга значит Кришна Баджан. И вот очень такое критическая вещь. Все наши гуруварга, они показывают нам путь баджана, как мы можем совершать хари баджан. Даже Гауранга Махапрабху не может отплатить Шридхар Госвами Махараджу или Кешава Госвами Махараджу. Гауранга Махапрабху в неоплатном долгу перед ними, перед Харидас Такуром. Поэтому он взял Харидас Такура, плача и танцуя. Он понес его к океану. Он говорил: «Харидас ушел, оставив нас». Харидас, он был подобен сокровищу, подобен бриллианту этой земли. И когда Харидас ушел, эта земля, она очень горевала. Харидас, такого, когда ушел, они все были в глубокой печали. Это настроение Гауранги Махапрабху, смирение. Это основа хари баджана, много раз я говорил. На пути Рада Даси, поскольку все наши гуруварга, не все, какие-то избранные, не могу следовать процедуре сахаджи, нужно смотреть на их жизнь, на их принципы, на их баджан. Большинство из них совершают Радхануготи. И на пути Радхануготи Тринада Пису Ниджбава, она естественна. И в этом нет никаких вопросов, если у человека нет смирения, то он будет всем рассказывать, что он гопи, что он еще кто-то там. Но такие люди, как правило, попадают в ад вместе со своими последователями. Кто может исправить наш скверный даршан? Если я откажусь от гурварги, от их сиданты, и попытаюсь выставить себя, это принцип. Ну, такие люди, которые пытаются выставлять себя на показ, чем-то гордиться, особенно какими-то духовными вещами, но Махарадж говорит, что нужно вовремя определить, куда мы идем. The day you can discover, really so, I was misguided by my Gurudev. The day you can realize. Если кто-то следует обманщику, некоторые люди очень долго следуют, и когда они обнаруживают, что это уже достаточно поздно. А суть хари баджана то, что гораздо лучше определить свое направление баджана и духовной жизни вначале. Попытаться определить, чем в конце жизни.
Наша жизнь не вечна. Никто не гарантирует, что мы будем жить вечно. Первое, мы должны помнить каждую часть секунды, что эта жизнь, она не вечна. Мы оставим этот мир, это тело, оно не вечно. Иначе каждую часть секунды. То есть, если мы не помним, что мы не будем жить вечно в этом мире, что наше тело смертно, то мы будем стремиться к материальным наслаждениям. Первое, о чем я хочу сказать, это о славе бхакти, о славе преданности. Время, конечно, много займет, но я хочу ответить. Это все связано. Возможно, вы слышали. Вот такие слова. Еще я говорил в тот день. Вот эту шлоку, бхакта санджает, но то, что бхакти порождает бхакти, как деньги порождают деньги, так и бхакти, оно порождает бхакти. Что это? Как это понять? Только бхакти может дать нам бхакти. Гьяна, вайрагья, аскезы, йога. Они не могут помочь нам. Но если есть бхакти, то гьяна, вайрагья, йога все автоматически приходит. Понимаете, о чем я говорю? Когда бхакти есть, то тогда все оно приходит нам, чтобы служить, приходит, чтобы служить. Бхакти Деви, но Бхакти Деви, она не льстит им. Ни Гьяни, ни Вайраги, ничему. Это автоматически происходит. И когда Бхакти, то Гьяна и Вайраги, они подобны служанке. И вот сейчас мы можем понять, что действительно только Бхакти. Оно может породить бхакти, ничто иное. И в Чайтанья-чаритамрите также мы знаем такие слова. Может, вы слышали в Чайтанья-чаритамрите? И вот там говорится. Садусанга это такое великолепное, но будьте уверены, не должно быть никакого лицемерия, неискренности. Я имею в виду садусанга это подлинная, настоящая садусанга. А что такое садусанга и то, что такое не садусанга, это разные вещи. Я говорю о стандарте, о том, как должно быть в идеале. Если вы разумны, вы поймете это. Мы должны понять, что Махарадж говорит об абсолютных вещах, о стандарте. И вот в этой шлоке говорится, что мгновение подлинной садусанги, оно дарует все совершенства, сарва сиддхи. А что это? Преданные, они не заинтересованы ни в каких других совершенствах. Бхакти сиддхи, совершенство в преданности, это главное для них. И вот Шрила Бхактивинода Тхакура и Прабхупад, они пишут в комментарии на эту шлоку с Чайтанья-чаритамрита. Лавамата значит
одна секунда, разделенная на 11. И этого времени более чем достаточно, чтобы дать вам успех на пути баджани. Но мы слушаем много харикатхи, но не можем понять, где же ошибка. Почему поток бхакти не течет в нашу сторону? Нужно проверить, может, какой-то недостаток, предохранитель сгорел на пути нашего бхакти. Нужно выяснить, почему. Это недостаток у гуру вайшнавов или наш недостаток? Почему мы не получаем силу? Какова причина? Это мы должны выяснить. И вот Лавамата Садасанга Сарвасиддхи Хой Бхактивинода Такур пишет. Сарвасиддхи значит высочайшее сокровище Према Бхакти мы можем обрести. Шрила Бхактивинода Такур говорит, только с помощью саду санги мы можем обрести Према Бхакти, которую редко для Брамы Шанкара. Они пытаются обрести, но не могут. Рупа Госвами Пад пишет в своих киртанах. Hari Deva Bhavantam Vande Yadyapi Samadhi Suvidirapi Pashyati Natabha Nakhagramarichim Idami Chamini Sammata Vachyuta Tadapi Kipad Bhuta Vichim Krishna Deva Bhavantam Vande. You have to remember. Мы должны помнить этот прекрасный киртан. Брама Шанкара, они пытаются увидеть стопы Бхагавана Шри Кришны. Настолько редко получить его даршан. А мы настолько горды, что мы собирались совершать баджан Кришне. Что мы должны сделать, как подготовиться, чтобы взойти на путь Кришна Баджана, какие-то борцы за свободу, готовы оставить свою жизнь ради Родины. Но мы даже свой ум не можем посвятить Кришне. Конечно, это, я знаю, что это материальный пример, но все же какая-то духовная составляющая в какой-то степени есть. Как на поле боя в Курукшетре, там говорится, что те, кто оставляет тело ради своей Родины, ради Бхараты, они достигают небес на Курукшетре. И вот бхакти очень редко, но все же мы должны обсудить сокровенные вещи, как мы можем обрести бхакти, поскольку наша гурага, она хочет дать нам урок. Вот дети, смотрите, идите вот таким путем, но мы полны ложного эго и пытаемся следовать каким-то другим правилам. И в тот день, когда вы осознаете, что вся пратишта, которую люди, все уважение, которое люди оказывают вам, она не имеет никакой ценности на подобное испражнение. И тогда, когда вы потеряете всякий интерес к самоутверждению, то к славе, то в тот момент вы сможете начать баджан. Шрила Прабхупад сравнивал эту пратишту, желание славы, с испражнением свиней. А свиньи, они сами питаются испражнением, то испражнениями, то есть их испражнения, они вдвойне скверны. И вот Шрила Прабхупад хотел дать нам такой пример, который очень подходит для вот этого. И в тот день, когда я осознаю, когда пойму, что весь мир, он
хочет как-то нас... I don't know how much crores of rupees I have. I was laughing hearing this. This is blessing? Some Acharya passing comment. How much crores of rupees I have, I cannot count. I was thinking, what kind of cards he is getting? What kind of cards? Not blessing. That is why you are feeling this kind of problem. They think it is blessing. If Bhagavan can make you bigger, street bigger, you should be very happy. You should feel that is a blessing of Bhagavan. Now, некоторые думают, что деньги – это благословение, но это не так. Поскольку если у нас есть какие-то деньги, какое-то богатство, то мы очень горды этим. Я уже Махарадж в прошлый раз говорил, что здание ложного эго, оно стоит на четырех колоннах. Это гордость своим рождением, образованием, красотой и богатством, как Кунти Деви говорила, я много раз говорил эту шлоку. Naiva arhati avidatum bhai tama kinchana gocharam. You only can be known. В этой шлоке говорится, что ты, о Кришна, можешь быть узнан только нишкинчан саду, ни кем угодно, только подлинный саду может узнать Кришну. This is not the yardstick. Если у какого-то ачарьи множество учеников, множество денег и храмов, то это не признак того, что он подлинный ачарья. Это, скорее всего, влияние майя. Майя всегда хочет запутать вас, чтобы вы отвлеклись от пути баджана. И вот Майя, она пытается всячески помешать нам. Майя Деви, она не хочет, чтобы все совершали баджан. Майя Деви будет всячески мешать. И после множества проверок, если вы станете успешными по милости Гурудева, то тогда вы сможете достичь какого-то серьезного духовного уровня, но перед этим весь мир и все полубоги, они будут всячески мешать вам. Бхагаван говорит о Удаве. Майя, она тоже всячески мешает. И все полубоги будут пытаться мешать вам, чтобы вы не совершали баджан. Бхагаван Шри Кришна говорит, те, кто приняли саньясу, следуют брахмачари. Те, кто следует брахмачари, они вскоре почувствуют какую-то силу в себе, которая подобна огню. И таким образом Бхагаван Шри Кришна говорит, Майя Деви может прийти в форме прекрасной женщины, в форме денег, в форме положения в обществе, чтобы проверить нас, чтобы попытаться как-то скинуть вас с пути баджана, но все же после этого, если вы выживете, будьте уверены, никто не сможет помешать вам достичь вечного мира. И вот сейчас вопрос в том, что Махарадж множество шлок произнес.
Но как обрести бхакти? Я уже сказал, что бхакти порождает бхакти. И другое, то, что без сатсанги никто не сможет обрести бхакти. Вы слышали имя Туласидаса? Кто написал Рамаяну? Он тоже говорит то же самое. Бину сатсанга тарайна кои. Hello. Бину сатсанга тарайна кои. Бину сатсангу сатсанга тарайна кои. Без общения саду никто не может пересечь этот материальный мир. Раму кипа бину сулаво насои. Without Ram Kita, you cannot. Рамане Бхагаван. Без милости Шри Рама. Рама значит Бхагаван, они имеют в виду Рама, Рамачандра, но мы имеем в виду Баларама. Баларама, он явился в форме Рамачандры. Бину сатсанга тарайна кои. И вот бину сатсанга. Раму кипа бину сулаво насои. Not that you have your money power. You can get satsanga. Don't think that. Если у нас есть деньги, это не значит, что мы обретем сатсангу. Не думайте так, что если у кого-то есть деньги, то он может обрести сатсангу. Нет, глупые люди, они говорят так. Это воля Нитьянанды, что вы можете обрести сатсангу. Далеко не каждый может обрести сатсангу. И так много проповедей идет, и каков смысл всего этого? Мы хотим видеть какие-то реальные результаты проповеди, какова их цель, какова их смысл. But what is the net outcome? И вот какой смысл и суть проповеди, поскольку и видя общий результат, то мы можем увидеть, какого реального прогресса мы достигли. И вот в Бхагаватам также есть множество свидетельств. И везде говорится, что без саду-санги никто не может обрести бхакти. Хорошо. И первый вопрос может возникнуть, почему не каждый обретает бхакти? Почему не все обретают бхакти? Поскольку я не могу подозревать, что Гуру Вайшнава, они имеют какое-то пристрастие. Нет, Вайшнава, их чистота, их сердце. Их сердце вайшнавов, оно равно сердцу Анантадева. Если вайшнавы не... Если в сердце, сердце чистого вайшнава огромное место, вайшнав может вместить в свое сердце всех без всякого, он также без пристрастия. Харидас Такур, смотрите, он спас даже проститутку, женщину, которая занималась проституцией, и смотрите, насколько огромно его сердце. Он просил Верховного Господа о его милости в адрес всех. И для, значит, для Харидаса Такура или Нитьянанды, они не могли бы просить
о прощении Джагай Мадхай, если они были сердца, если их сердце не было бы столь широко, их сердце огромно, что наши тонкие, наш маленький ум не может понять всех их величия. Может, мы разумны, но что наш разум может понять? Мы можем сомневаться в каких-то духовных вещах, и поэтому Гуру Вайшнавы, они помогают нам избавиться от всех наших сомнений, и поэтому иногда Гуру Вайшнавы, они какие-то странные вещи делают, но все равно у нас не должно быть никаких сомнений. И вот мы знаем очень хорошо, что Бхагаван, он находится на нейтральном уровне. Гуру Вайшнава, они также находятся на нейтральном, беспристрастном уровне. Если кто-то обретает бхакти или не обретает, как это понять? Джива Госвами Пад приводит пример из Сандарбх. Он говорит, Бхагаван Шри Кришна, что говорить о Бхагаване Шри Кришне? Даже Вишну Таттва, они находятся на таком трансцендентном уровне, что в этом обусловленном состоянии мы не можем обрести связь с ними. I can take green banana. Oh, I'm doing so much bhajan, but I can get green banana by Maya Devi. But the fact is that only and only you will be based on. Кто-то гордится своим бхаджаном, но время покажет, что это на самом деле. Но смотрите, суть в том, что мы должны полагаться на, зависеть от чистой харикатхи, чистой настоящей харикатхи, что это не какой-то красивый язык. Чистая харикатха значит то, что снисходит с Галоки, с Вриндавана. Та харикатха, которая не производится в этом материальном мире, харикатха, она снисходит. Если кто-то говорит на публику, на показ ради какой-то дешевой славы, то это совершенно не то. И вот чистые Гуру Вайшнавы, у них есть связь с духовным миром, с Галока Дамой, и вот трансцендентный звук, он снисходит. И Гуру Вайшнавы, они подобны радиоприемникам, они слышат этот трансцендентный звук и передают его нам. Харикатха — это не продукт их ума. И в этом разница между чистой харикатхой. Поскольку нет никакого другого пути для обусловленных душ, единственный открытый путь — это трансцендентная харикатха. И с помощью этой трансцендентной харикатхи мы можем обрести связь с трансцендентным миром. Нет никакого другого пути. И первый вопрос. Мы находимся в такой проблеме, поскольку вопрос чистой харикатхи, чистого, подлинных саду, он очень редок. И второе, есть ли возможность встретиться с чистым садом, поскольку это все происходит по воле Нитьянанды. Если у нас есть деньги, то не факт, что мы сможем, не гарантирует того, что мы встретимся с подлинным саду. Каждая тема, она очень обширная, это такое ограниченное количество времени, обсудить все сложное. Вот Джива Госвами Пад пишет в Сандарбхах то, что обусловленная душа, она никогда не сможет прийти в контакт с Верховным Господом. Даже насчет Вишну Таттвы, что говорить о самом Кришне. Кришна, он не заинтересован ни в чем. Кришна нет времени.
Кришна, он занят своими лилами, как подобно тому, как какие-то люди, которые чем-то очень увлечены, они не замечают ничего другого. И также Кришна, он поглощен своими лилами с Раджавасти, у него нет времени на нас. А когда мы молимся Кришне, то... то есть, если мы сами молимся Кришне, вроде Кришна занят, он не слышит нас. Но с другой стороны говорится, что Кришна вездесущий, все знаешь. Он как бы знает, но не прямо, а косвенно о наших молитвах, о наших просьбах. У Кришны нет времени на нас, но мы плачем, молимся. Столько проблем в нашей жизни, а Кришна их не слышит. Где вы видите какие-то проблемы в вашей жизни? Откуда эти после проблем радости, несчастья возникают? И почему Кришна должен посвятить свое время этой глупой сиддханте? И вот в какой-то ситуации кто-то наблюдает. Ну, еще какие-то вещи, относительные радость для кого-то, может быть, более для других, и мы не должны быть глупы и пытаться как-то постоянно мешать Кришне со своими просьбами. Все это внешне и относительно. Только бхакти, оно вечно. Если какой-то вопрос, связанный с бхакти, мы можем просить у Кришны, но не прямо, чтобы достичь успеха, мы не должны просить прямо. Вот в этом киртане говорится, что по просьбе, по молитве чистых гуру вайшнавов Кришна, он уделяет внимание их словам. И когда я молюсь, и как, когда я рассказываю Гурупадпадмян о своей ситуации, Гурупадпадмян может попросить Бхагавана в том, чтобы помочь нам, и тогда это возможно. Не перед этим. Но у нас нет связи с Бхагаваном, но все же оно у нас есть через Гуру Вайшнава. Если мы думаем, что у нас нет связи с Гуру Вайшнавами, то это разобьет наше сердце. Нет, но у нас есть связь, но она не прямая. Я уже сказал, что Кришна находится на таком трансцендентном уровне, что оттуда Кришне не видны наши страдания, а мы находимся на материальной платформе. А он на трансцендентной, и между ними нету такой прямой связи. В этом случае, как возможно обрести связь с Бхагаваном? Как Кришна, он знает через Гуру Вайшнавов? И вот вопрос возникает, что вы сказали, что чистый Гуру Вайшнавы находится... на трансцендентном уровне, а Бхагаван также, с кем мы сможем обрести связь, если Бхагаван на трансцендентном уровне, чистый Гуру Вайшнавы тоже, то кто и как поймет наши проблемы, наши страдания в этом материальном мире, если они находятся на духовном. И вот Джива Госайпад пишет, что да, действительно, это Гуру Вайшнава, они находятся в трансцендентном мире. У них нет возможности понять все наши материальные страдания, поскольку они на том уровне вместе с Бхагаваном, где ничего такого нет. И что же делать? Джива Госвами Пад говорит, да, действительно, чистые Гуру Вайшнавы, хотя они находятся на том трансцендентном уровне, как Шрила Сиддхартха Госвами Махарадж. Мы можем найти, что он говорит Харикатху. Его тело, может, он болеет чем-то.
на показ делается, но внутри он совершает и чист, свой баджан, и признак чистых саду, то, что одна, в одной форме не находится здесь, чтобы служить Гуранге, а в другой служить Кришне, как Шрила Бхакти. Он такой, у него есть две духовные формы. Одна. И в этом преимущество Гауди Баджана, что можно достичь как Кришна Лилы, так и Гора Лилы. И вот вопрос возникает, как мы можем рассказать Кришне о наших проблемах, переживаниях, страданиях в этом материальном мире. Джива Госвами говорит, что чистый Гурвишнава не находит, хотя находится не на трансцендентном уровне. Но также они, подобно сну, они видят нас и наши материальные страдания. Как во сне может нам присниться, что у нас мама, мать заболела, например, мы пытаемся вылечить ее во сне. Или может присниться, что попали в какое-то наводнение, пытаемся спасти кого-то, и вот Джива Госвами подпишет, что так, действительно, их наш ум и сердце, их ващнавов ум и сердце находятся с Кришной, они служат ему, но все же по милости Кришны они видят это все подобно сну, как Парамхамса Шрила Бхакти Прамод Пури Дев Госвами Махарадж, мы видели. Он, как он жил, иногда мы видели, что он полностью отключился от этого материального мира, его ум там, в духовном мире. Хотя внешне он может спросить нас, как мы поживаем, поели ли мы. И это происходит по воле Бхагавана Шри Кришны. Джива Госвами говорит, как во сне, если кто-то смотрит, что наша мать очень больна, то нужно, ну, и пытаются какие-то лекарства организовать. И также Гуру Вайшнава, они не опускаются на наш уровень, чтобы спасти нас. Поскольку мы в падшем состоянии, но ради этого Гуру Падпад сам не падает на наш уровень. Они не находятся на этом материальном уровне, но по воле Бхагавана Кришны, по воле Нитянанды Баларамы. Много раз я говорил, из Бхагаватам приводил примеры такие. И вот чистые преданные, они путешествуют здесь и там, ищут тех обусловленных душ, которые хотят обрести сознание. Если они находят что-то позитивное, ответ, то они готовы спасти нас, вытащить из этого болота. А если мы не отвечаем на их просьбы, то как они могут спасти нас? И вот один важный человек в соответствии с материальными этими оценками, и вот он говорит: «О, Прабхупад, вы должны выгнать эту брамачари из храма». А Шрила Прабхупад спросил, почему, что он сделал. Шрила Прабхупад знает все, но все же, что плохого что-то сделал, разве? Шрила Прабхупад спросил, если кто-то болен. То куда его отправить? Ну, как в больницу. Ну вот, это и есть Гаудия госпиталь. Я не могу ожидать, что вы все уже совершенно ничем не болеете. Мы все больны какой-то материальной болезнью.
И для этого я создал Гаудия Мат, чтобы люди лечились тут от всех этих материальных болезней. И, ну, имеется в виду духовных материальных болезней. И я даю им лекарства в форме харикатхи, поэтому зачем тратить время, выгонять его куда-то? Если человек более нужно пытаться его вылечить сначала, это есть как раз Гаудия госпиталь, где лечатся люди от болезней материального существования. И этот человек просто спросил, зачем то не пойдете на улицу, много есть всяких больных там. Вас Шрила Прабхупада сказал, я могу их всех принять, но они сами должны захотеть излечиться от болезни этого материального существования. Если кто-то хочет получить какое-то лечение от меня, то он сам должен прийти. А доктора не должны бегать, ловить всех подряд и пытаться лечить. Они лечат тех, которым нужно. И вот Шрила Прабхупада привел такой пример. Я могу их вылечить, но они должны признать, что они больны. И хорошо, я готов. И человек не мог больше ничего возразить. И вот вопрос в том, что чистые гуру вайшнавы, не думайте, что они находятся на материальном уровне, что у них есть какие-то болезни, то и все. Или то, что они внешне бедные. Не думайте, что гуру вайшнавы не бедные. Кешавадас Бабаджи Махарадж, он сказочно богат. Но внешне может выглядеть, что он нищий, поскольку Гауранга Махапрабху внутри его сердца. А какое богатство может быть больше, чем это? Это величайшее сокровище. И как мы можем заявлять, что вайшнавы бедные? Это неправильное представление. И вот Джива Госвами Пад говорит, что гуру вайшнавы, они подобно сну видят наши материальные эти все проблемы, и они пытаются как-то излечить нас. И вот сейчас я могу вернуться к началу, что я уже сказал, что без преданности никто не может обрести бхакти. И почему преданные, они не раздают преданность всем, может они как-то пристрастны. Я тоже сказал чуть-чуть раньше. Те, кто отвернулись от Кришны, они все же задают себе вопрос, что каков смысл этой жизни. И они разочаровываются в этой материальной жизни, поскольку не могут обрести подлинное удовлетворение, настоящую радость от обычных материальных наслаждений. И Бхагаван Шри Кришна, он посылает своих посланников в этот мир, а не саду. Если вы знаете санскрит, то вы поймете. Будьте уверены, чтобы даровать милость саду, они скитаются по всему миру, ищущих душ, чтобы спасти их. И вот Бхагаватам говорится. Бхагаван,
Кто-то говорит, что по милости Бхагавана можем обрести бхакти, то если по милости Бхагавана можно обрести бхакти, почему не каждый обретает бхакти, кто-то обретает, кто-то нет. И также говорится, что нет никакого, нельзя без милости Бхагавана понять, что такое бхакти. Где-то говорится, по милости преданных мы можем понять, что такое бхакти. В другом месте, по милости Бхагавана, как это все гармонизировать. И вот суть в том, то, что первое, Парамахамса, тот, кто абсолютный Парамахамса, они не находят никаких недостатков в других. Это главное, если мы не сможем это понять, то не сможем в гармонию все привести. И вот, смотрите. Первое то, что те, кто Парамахамсы, они находятся на, вот, на своем Парамахамса уровне, и для них все равны. Это очень обширная тема. Если есть прити, то есть смрити. Наша любовь и память, она взаимосвязана. Если я люблю своих детей, то я помню, думаю о своих детях. И не, как матери, например, никто не дает советы, что ей делать, поскольку у нее есть любовь к своим детям, и смотрите, она любит, помнит и любит их. И также, если у нас есть любовь к нашей Гурварге, то мы будем всегда помнить о них. А если нет любви, то мы не сможем говорить Харикатху, поскольку когда мы говорим, мы должны непрерывно помнить о Гуру Вайшнавах и Бхагаване, иначе ничего не получится, можно только сказать то, что где-то прочитали и запомнили, но это не будет Харикатхой. И вот прийти, смотрите, любовь и памятование, они взаимосвязаны, мы помним объект своей любви, мы размышляем о нем. И вот Парамхамса, Гуру Вайшнава, они находятся на таком уровне, что они не видят этих проблем, которые видят обычные люди. Парамхамса, Гуру Вайшнава, они вот, видят хорошее во всем. Дуддантендрио кала сарпа патали пратхато дангстраяти бидхи махендаддишча китаяти вишшампурна сукаяти яд коруна катакша вайбаватам тан гоуро мевастамаму. What is written here? Вишшампурна сукая. There is so many problems in the world. И вот говорится множество проблем в этом мире. И где эти проблемы? Нет проблем, нет, все блаженно. Вся вот ситуация очень прекрасна, мир и действительно ли так. И вот настроение чистой Гуру Вайшнава в том, что они не видят никаких проблем, никаких недостатков в нас. Ну, смотрите, если Гуру Вайшнава не будут видеть недостатков в нас, то как они смогут их исправить? Но вот эти Парамхамсы, качество как раз в том, чтобы видеть хорошее. Извлекать молоко из смеси, молока с водой. И вот, а баджан, что такое? Баджан как раз и есть метод исправления всех этих недостатков. И в этом внешнее противоречие. И Прабхупада Сарасвати Пад говорит, что этот духовный мир, это духовный мир, это
место вечного блаженства, где какие-то проблемы. Но Махапрабху говорит, но Махапрабху об этом материальном мире говорит, что это материальное существование подобно лесному огню. И вот как это все гармонизировать? Сочетание Махапрабху говорит правильно, для обусловленных душ этот мир, он подобен лесному огню. Все как-то пытаются наслаждаться другим, и в этом природа. И в этом этот феномен этого материального мира, что все пытаются наслаждаться. И вот наша энергия. Вот мы, в общем, должны понять, что все пытаются наслаждаться энергией других, чтобы какие-то преимущества получить в той или иной степени. Все пытаются наслаждаться чем-то или кем-то. Никто не может заявить, что ничем не наслаждается. И в этом преграда, главная преграда на пути баджаны, но чистые гуру Вайшнавы, они никогда не думают, не пытаются занять кого-то в служении себе. Они относятся ко всем как гуру. И вот они видят всех как своих гуру, а не как своих учеников. Даже негативная ситуация. Я говорил, может, лет 12 назад во Вриндаване. И вот Махарадж говорил Харикатху в Мадхава Госвами, Махарадж Годи Махи. И вот что там Махарадж говорил. И вот он говорил, что если какая-то падшая душа есть, например, саньяси, отправился на запад, пал там, то он тоже мой гуру. Почему? Почему он гуру? Что от него, вы узнали? А я узнал не прямо, а косвенно то, что не нужно пытаться, не став зрелым, не нужно пытаться что-то делать, не поровнять. Как под именем Юктавараги человек попал в сети наслаждения. И мало того, что ничего не достиг, а еще и много потерял на духовном пути. И все удивлены были. Но да, действительно, тут тоже могу показывать пример, как нельзя делать. Своим примером показываешь, что нельзя делать, какие последствия этого. И поэтому мы не должны гордиться, мы должны быть предельно осторожны. Если кто-то воспринимает меня как гуру, то я плачу, поскольку я знаю, что я мой уровень нестабилен, что лучше быть учеником, чем гуру. Это гораздо более безопасно. Шрила Прабхупад, Бхактивинода Тхакур, Шрила Кеша Госвами Махарадж, Шридхара Госвами Махарадж, они наши гуру, а я их слуга, поскольку они приняли мое служение, иначе я не достоин, чтобы служить им. Кто-то может показать фотографию Шридхара Махараджа, заявить, что я его друг. Но какие-то, какие-то люди фотографируются со всеми подряд, и потом рассказывают, что ты их друзья там или еще кто-то. Хотя если посмотреть на жизнь таких людей, она очень скверна. Они даже не заслуживают быть слугой Махараджа, не то что другом.
кто такой Сидхардев Госвами Махарадж, его великий уровень, и Шрила Прабхупад говорит. И какие-то ачарьи очень гордятся. В общем, смысл в том, что какие-то люди подобные этим паразитам, они пытаются прославиться за счет гуру вайшнава. И таким образом я вынужден сказать, что те, кто пытаются показать свое, Махарадж говорит, что те, кто делает что-то неправильно, они тоже мои гуру, поскольку они показывают мне, что нельзя делать. Я говорил 12 лет назад в храме Мадхава Госвами Махараджа во Вриндаване, что те, кто хотели стать гуру, те, кто хотели стать гуру прямо или косвенно, и с этими попытками они потеряли все свое гуру на Бенгале, все качества гуру. То есть, если кто-то хочет стать гуру, он теряет всю свою важность и значимость из-за падения, из-за такого, из-за таких попыток стать гуру. Поэтому советуется не пытаться стать гуру, а пытаться стать слугой подлинного гуру. Это гораздо более безопасный путь. Гуру — это Шрила Прабхупада, но Бхактивинода Тхакура, кто мы по сравнению с ними? И вот вопрос возникает, как мы можем все это связать, если однажды Шрила Прабхупада говорит, он сказал такую шлоку, что этот мир подобен лесному огню. Также Прабхутананда Сарасвати говорит, что во всем мире нет никаких проблем, одно блаженство и радость на каждом шагу. Если помнить Гурангу, вот он говорит, я прославляю лотосные стопы Гуранги Махапрабху, по чьей милости Парамахамса видит весь мир, который полон трансцендентного блаженства везде и во всем. И вот первое, Бхагаван он не может дать на бхакти, второе, прямо не может дать. Второе, нет никакой. То есть откуда мы можем обрести бхакти, если от Бхагавана не можем, но есть решение. Вишвана Чакравати говорит, то, что сказал Джива Госвами Пад, я чуть раньше сказал, и вот Вишвана Чакравати говорит, что мы хотим найти решение, привести в гармонию все эти высказывания. И вот суть в том, према майтри кипо пекша короти я шамаддама. То first point is already over, because Парамахамса not going to find fault. И вот Парамахамса не находят никаких недостатков. They cannot speak Парамахамса. Only Мадхьямадхикари can speak. Только Мадхьямадхикари может сказать. Word a slap, idiot. Что сказать, указать нам о наших недостатках, это обязанность Гурудева, если Гурудев не будет направлять нас на должный путь, не показывает нам наших недостатков, то смотрите, подлинные Гуру Вайшнавы, они специально снисходят на... предыдущий уровень Мадхьямадхикари, чтобы помочь нам, чтобы указать нам на наши недостатки и помочь нам их исправить, поскольку Парамахамса не видят
ничего плохого, только видят всех хорошего в людях и во всем остальном. Вот Махарадж говорил вот об этой шлоке раньше. Вот это на хинди высказывая, но оно очень хорошо. И вот когда мы обойдем Садхгуру, и он будет ругать меня, например, не идти туда, не делай то, показывает нам, что правильно, что неправильно, то, что мы должны делать и не должны. Если Гурудев не даст нам такой урок, не покажет, что правильно, что нет, то кто может помочь нам? И вот в пожилом возрасте Гурудев учил меня. Я был глуп достаточно, вот Гуру Махарадж учил меня, что делать, как редактировать книги, журналы. У него, он же достаточно в пожилом возрасте, но его милости было более чем достаточно. И вот он говорил, показывал, как что делать. Он учил меня, что нужно крайне внимательно смотреть за текстом, проверять все, выявлять все возможные ошибки, опечатки и прочее. Вот научил меня, он научил меня редактуре. Я не был этим философии, я не изучал в университете, откуда это все узнал. Даже на Бенгале. Но я этого боялся сдать экзамен по Бенгали. С английским проще было, но по милости Гурудева, что случилось? Все стало легко. И вот Садхгуру Парамахамса не говорят, они не видят, точнее, они снисходят на уровень Матхья-Мадхьякари уже с того уровня. Они говорят нам, что нужно делать, что не нужно, указывают нам наши недостатки и прочее. И вот пример с углем. Уголь, он чуть черный. Даже чернее, чем уголь, сложно что-то найти. Да, но если уголь он попадает в огонь, то вся его чернота уходит, он начинает сиять, как огонь. И вот благодаря нахождению в огне он излучает свет, подобно огню. И также Гурудев, когда он приходит в наше сердце, и огнем знания он зажигает его, то наше... То все невежество, оно уходит, и мы сами становимся таким великим саду, как и по милости Гурудева возможно все, что невозможно, все возможно. И вот Тулсидас говорит, приводит такие прекрасные примеры, и вот суть в том, что если моя Парамахамса Гурувага, как Шрила Сиддхартха Госвами Махарадж, Бхакти Прамод, Пури Госвами Махарадж, где? Вероятность, где возможность принять прибежище у Шрилы Пуридев Госвами Махараджа, но все же по его милости, по его высочайшей милости я обрел все это. И вот они снисходят на специальный, на наш уровень, на уровень Матхья-Мадхьякари, точнее, на уровень Матхья-Мадхьякари. Уттам адхикари, маддам адхикари, канишча адхикари. Someday I can discuss. Есть вот эти три уровня преданных. Мадхьяма — это средний, конечно, начальный, и Уттама — высший.
И вот мы должны иметь терпение и все ответы на свои вопросы мы получим вскоре. И вот наш Гурупад Падманаша Гурварга, они специально снисходят на уровень Матхьяматхикари, чтобы помочь нам. Как я в прошлый раз приводил пример, если кто-то профессор, например, но когда он учит детей, то объясняет им алфавит и простую грамматику, поскольку они еще не выросли для чего-то большего. И вот Вишвана Чакравати говорит: «Балишешу дишасуча, према майтри кипа упекша корти я самаддама». Now I can go deep into the professor. Try to understand. Ishwar, Bhagavan. И вот Ишвар Бхагаван. Ишваре тодадинешу, his. Его. Ишвар and his pure devotees. Ишвар и его чистые преданные. Тодадинешу, тодадинешу, meaning those who are devotees of Bhagavan. И те, кто чистые преданные Бхагавана. Ишвар и его чистые преданные. Ишваре тодадинешу, this, no. Ишваре тодадинешу, балишешу дишасу. Балиш мин? Игнор. Балиш значит невежественные. Точнее, как их. Не в плохом смысле, такие незрелые люди, более точно. Балиш. Детям буквально, которые не понимают, что такое хорошее. Плохое, вечное, не вечное. Потом еще какие-то люди, которые ненавидят Гуру Вайшнава, пытаются всячески мешать. Такие демоны. И вот Бхагаван, преданный Бхагавана. И не просто невежественные люди и богохульники. They're speaking this way, foolish. I was bound to speak about Jesus Christ. They want to speak. Jesus Christ used to take wine. Who idiot told? Who idiot told he used to take wine? Who told? Can you prove? For your own facility, you are going to prove that way. Wine is such a dangerous thing that one pure man can never take wine. Wine taken man, Jesus Christ is a fallen soul. It is written in Bhagavad. И вот какие-то источники заявляют, что Иисус пил вино, ел мясо, но в соответствии с ведическими представлениями о жизни приличные люди алкоголь не пьют, поскольку он очень сильно оскверняет, и даже эту емкость, где был алкоголь, не отмыть никакими святыми реками. Но по жизни Иисуса можно понять, что он никогда этого не делал, иначе такие качества не смогли появиться в нем. Still today, Mahaprabhu gone, but you have the possibility to get the same teachings, provided you are going to put yourself in the same stream of Bhaktivinoda Dara. Provide, if you like to get some. Если мы хотим обрести, узнать о подлинном учении Шрилы Бхактивинода Тхакура, то мы должны пойти к тем, кто находится в его преемственности. И вот суть в том, то, что Матхьяматхикари, что он может делать, Матхьяматхикари, он очень любит Бхагавана и в то же самое время чистые преданные, он уважает их, служит им. И для Бхагавана в общем, хорошо рассказывает о поведении вайшнавов, как они относятся к другим, то есть они
имеют дружеские отношения с вайшнавами, те, кто подобные им, и выражают благосклонность к невежественным людям, пытаются помочь им и избегают богохульников. И вот чистые гуру вайшнавы, когда видят, что какая-то политика происходит и прочее, какие-то скверные вещи, они всегда избегают этого. И вот те, кто очень разумны, те, кто обрели милость Гуру, они могут понять, почему Махарадж не посещает какие-то места. Те, кто очень разумны, не поймут. И вот для Мадхьяма-адхикари есть, он может любить Бхагавана, служить ему, уважать чистых преданных всем сердцем, проявлять милость падшим душам. А те, кто против гуру вайшнава, каких-то демонов, он избегает. И вот Мадхьяма-адхикари, он может поддерживать баланс, он может уважать гуру вайшнава, совершать свой баджан, пытаться помочь обусловленным душам, и в то же самое время они избегают тех, кто демонов. А для Парамахамс так невозможно. Они видят только хорошее во всех. И вот Вишвана Чакравати говорит, что вот это Мадхьяма-адхикари, все говорилось. Шрила Прабхупад, он Уттама-адхикари, но специальность не зашел новый Мадхьяма-адхикари, чтобы проповедовать бхакти, она находится в сердце Мадхьяма-адхикари. Мадхьяма-адхикари есть также три уровня. И вот эти все виды преданных, а каждый вид на три подвида разделяется. Я в следующий раз, когда-нибудь в следующий раз более подробно расскажу об этом. И вот Мадхьяма-адхикари можно принять то, что мы можем обрести какую-то милость от Мадхьяма-адхикари. И вот по милости Мадхьяма-адхикари мы можем обрести бхакти. И вот суть в том, если Мадхьяма-адхикари, по милости Мадхьяма-адхикари, какая-то падшая душа может обрести бхакти, у кого-то сомнений в этом. Если Мадхьяма-адхикари, он дарует милость, то есть такой тонкий подсчет. Один из моих, и вот кто-то из последователей Махараджа спросил, что такое ахайтуки бхакти, это беспричинная бхакти. Если без какой-то причины мы обретем милость к Рипу Бхакти, то почему не каждый обретает Бхакти? Вопрос интересный, очень тонкий. Если Бхакти Ахатуки без причины, почему все не получают Бхакти, если она без причины? И вот нет, то есть нет причины для получения Бхакти, и Ахатуки Крипа также. И вот ахатуки значит без какой-то, ну то есть все должны обрести бхакти, если она без причины, а такого мы не наблюдаем. Мадхьяма-адхикари могут давать милость кому-то, но опять же не всем, а тем, кто хотят. И вот наша Гурварга говорит очень такие красивые слова, красивые суждения. И вот те, кто находится в гармонии с Шрилой Прабхупадой, те, кто обрели его милость, милость Шрилы Кешава Госвами Махараджа, Мадхава Госвами Махараджа, Шридхара Госвами Махараджа, они могут понять, и что это подобно тому, как я уже говорил несколько лет назад. Ом мин о
И вот Махараджи говорит, а пранави, она состоит из трех букв, О-У-М. И вот Ом Ити Экакшарам. И вот в Гите Бхагаван говорит Ом, он равен Парабрахме, Ом не отличен от Кришны, Ом он не отличен от Гуранги, нет сомнений в этом. И вот Шридхар, великий преданный, как Шридхар Госвами Пад, Бхагаван, он отдал им свое сердце. Гуранга буквально продал им свое сердце. И Бхагаван, он хотя Бхагавану его части тела не отличаются друг от друга, его ум, его сердце, ну, все части его тела могут, они трансцендентные, могут исполнять работу других частей тела. И вот таким образом мы можем осознать вот эти... Вот здесь пранава, что значит? Первый слог О означает, обозначает Вишну. У значит Брама. Ма значит Шанкар Махеш. И вот сейчас, если я хочу разделить эти слова, Ахайтуки, вот если разделить соответствие с грамматическими правилами на санскрите, О, знай. О плюс хайтуки. Хайтуки значит причина. Хайтуки это первая буква, первый этот предлог отделить. Это О значит Вишну. Как Вишну. Я уже говорил, что Навдипа не отлично от Гуранги, и также Бхагаватадва, Нама, Дама, Парикара, все спутники и все остальное, это все Бхагаватадва. Нельзя отделить от Бхагавана его преданных, поскольку Бхагаван, он полная татва. И вот О плюс Хайтуки, О значит Вишну, я могу сказать Кришна. Кришна более практична для нас. И вот Кришна и Кришна нам, Кришна Дама, Кришна Бхакта, все это связано. А Хайтуки какая-то причина. И какова причина? Причина, если у нас есть благосклонность, хотя бы немножко для Дамы, Намы, Вайшнавов, Кришны, хотя бы небольшая благосклонность к ним, какое-то стремление к служению им, к служению Даме, Наме, Бхагавану, то тогда, когда Гуру Вайшнава они находят настроение служения в нас, то в этом случае они даруют свою милость. Когда Мадхьямачикари смотрит, кто, где там такие души, которые стремятся к чему-то духовному, но при этом искренне не... Те, кто хотя бы немного хотят служить, или какой-то благосклонность имеют, которые хотят служить саму Кришне, Вишну, а не каким-то полубогам. И вот если Мадхьямачикари видит хотя бы такое небольшое настроение служения, если он видит, что они любят меня всем сердцем,
у них нет никакого лицемерия, то тогда они даруют милость таким людям. И вот если у нас нет настроения служения, то не значит, что Мадхьяма-адхикари дадут нам бхакти. Мадхьяма-адхикари всегда ищут, кто хотя бы немного заинтересован в духовном пути. Гурудев Сикшагуру Бхарати Мараджа Шила Бхакти Валабхатирта Госвами Махарадж. Я, падшая душа, никогда не сравнивал меня с ними, но все же я помню, когда я был в предыдущем ашраме, я ходил в Гаудия Матх, слушал киртаны, пел. И вот какой-то старший Махарадж приехал из Вриндавана, я ему билет купил, помог донести багаж. Ну и помог ему назад в Вриндаван, имеется в виду, сесть на поезд, проводил его. Воды купил, вообще пытался что-то сделать. Я не знаю почему. И вот у них была какая-то машина, на которой они проповедовали и помогали мне. Ну, кто кому-то, нам надо было срочно куда-то войти. Я помог ей помыть эту машину. И вот я так, у меня было склонность к служению, я всегда пытался что-то делать, как-то помочь Гуру Вайшнавам. И таким образом, если Гуру Вайшнава видит какое-то позитивное, позитивное настроение у нас, они могут позвать нас. И даровать свою милость. И вот я возвращаюсь к Шиле Сиддхартхе Госвами Махараджа. Любое количество обсуждения его всегда мало, но так или иначе нужно что-то сказать. И вот Шиле Сиддхартхе Госвами Махарадж, он родился в Калне, в Хапани. Он сын великого преданного, великого пандита. И вот Сиддхартха Госвами Махарадж, он... его звали Рама Прасад Бхаттачарья, и после этого... И вот он был очень разумен. Like English, like Bengali, like Sanskrit, like Hindi, all that. Like what? Он знал много языков, очень хорошо знал, причем он знал Писание, поскольку его отец был пандитом. И вот после этого он почувствовал, я кратко расскажу следующий раз поподробнее. И вот Шрила Сиддхартха Госвами Махарадж, он чувствовал влечение к Шриле Прабхупаде. Он приходил, чтобы встретиться с Шрилой Прабхупадой на улице Ульдаданги в Калькутте. И вот он приходил после работы, он работал этим баристром, очень важным. Как это на все совмещал. Ну, есть люди, которые как бы... во всем как бы разбираются, но одновременно ни в чем. И вот мой Гурупад Падма шутил со мной.
My Guru Padma very often used to say, Bap ka beta, sipai ka ghora, kuch nahi to thoda thoda. In Hindi, Guru Maharaj used to joke me. The son of a father, like father, and a very trained horse of a master can speak. In history, in our childhood, и вот такая поговорка была, была какая-то лошадь, Четак ее звали, она подобно ветру бегала. И царь, он ехал на этой лошади, Рана Пратап Сингха его звали. Он был царь Панджаба. If you go and see his dress, I mean, the dress he used to, is, you can go mad. Like me. Его одежда осталась в музее, а одежда была в несколько раз больше обычной человеческой. И когда он ездил на своем коне, Четаке, и вытаскивал саблю, то все... Ну, он очень быстро перемещался на своей лошади, и были в замешательстве, пытаясь бороться с ним. И лошадь очень разумна была у него также. И вот Гуру Махарадж приводил пример, что отец похож на сын, похож на отца, и хорошая тренированная лошадь тоже похожа на своего этого учителя. И вот Сидхартха Госвами Махарадж, он был очень возвышенный, в разумной семье происходил, он очень привлекся учением Шрилы Прабхупады. И вот потом он захотел получить харинам и дикшу от Шрилы Прабхупады. Вот он получил харинам через какое-то время, дикшу, мантру дикшу дал. И после этого очень скоро, в 1930 году, Шрила Прабхупада дал саньясу этому возвышенному преданному в виде его качества, его преданности. Шрила Прабхупад говорил много раз, это ваша привилегия. Кто-то может критиковать Шидада Госвами Махараджа или Бонда Госвами Махараджа, но сами вы не сравнитесь никогда с ними. But the situation can say you are cheater. You are в итоге ситуация, и вскоре время покажет, кто обманщик, а кто нет. Мало кто понимает Сиддханту. Очень много глупых людей. И вот видя великолепное качество Шрилы Прабхупады, дал ему саньясу. И Шрила Прабхупад много раз говорил, что Сиддхартха Госвами Махарадж — это сокровище Гауди Матха. И Сиддхартха Госвами Махарадж — сокровище Гауди Матха. Он лучший из проповедников, его настроение, его характер, его мысли, его... То, как он представлял себя публике и все остальное, показывало, что он подлинный преданный. И несколько случаев, если расскажу, вы будете удивлены, как это возможно, сколько сложностей они испытывали в своей жизни, относительно них наши сложности очень просты. И вот, когда я думаю о их, о их жизни, я думаю, что я ничто.
любые сложности были Парамахамса, они видят все негативное, позитивное. Это признак чистых преданных. Даже негативные ситуации, негативные эти вещи, они видят позитивным, в этом их даршан. Это не вопрос каких-то лекций. Это не вопрос философии, это вопрос прямого чувства. Если я бессердечный, как я могу почувствовать? Я могу, конечно, запомнить множество какой-то философии, какое-то отношение имеет к Шриле Прабхупаде. Я много раз говорил о Раде Махарадже, когда он говорил перед публикой тысячи. И вот когда Рани Махарадж начал, ну, говорить, все люди уходили, поскольку тот, как он говорил, многим не нравилось. Ну, хотя он говорил правду, но сложно было многим, и поэтому он ушел. Но когда он вернулся в Гаудия миссию, Шрила Прабхупада отправил гирлянду через преданных и детей, дайте ему гирлянду этому великолепному проповеднику Арани Махараджа. И вот Шрила Прабхупада посылал преданных с гирляндой ему. И вот когда они пришли, он поклонился, сказал, что я очень счастлив. Вы лучший из проповедников, но с чьими-то представлениями о жизни по-другому. И вот Арани Махарадж видел, что тысячи душ слушает его, но в зале почти никого не было, но Рани Махарадж сказал, что тысячи других существ, в других формах они слушают его. Я не говорю харикатху ради денег, ради дешевой славы. Нет, это не моя цель. Я предпочитаю умереть, говоря харикатху, это будет моим успехом в жизни. И вот Шрила Сиддхартха Госвами Махарадж, несколько случаев я расскажу. И вот по желанию Шрилы Прабхупады, Махагрив Брамачари и Шрила Сиддхартха Госвами Махарадж. Я хочу сказать, что это Сиддхартха Махараджа звали Рамананда Брамачари до принятия саньясы. Я хочу несколько случаев рассказать о нем. И вот его слава подобна океану. И по желанию Шрилы Прабхупады он и Сиддхасварупа Прабху, Сидданти Махарадж. Very top man, very harsh, but soft. In my opinion, is very soft, but you can say is very harsh, speaking tough. And now three or four, five devotees gone. И вот он, несколько преданных они отправились в Срихатю. Это Бангладеш, северная часть. И вот там был праздник трехдневный, харикатха была. И вот множество уважаемых людей пришли туда. И в то время люди хотели узнать об абсолютной истине, но сейчас есть где-то подлинная харикатха, мало кто приходит. Я слышал от Гуру Махараджа, что днем была вся харикатха, а что я могу? И вот наш Шрила Мадхав Госвами Махарадж, Шрила Мадхав Госвами Махарадж, они в Джаландаре, Панджабе, но приходили, слушали харикатху со всеми своими пожитками, едой,
ну там не было никакого под деревом, буквально слушали. И все равно множество людей приходило, слушало. I never like to hear Maharaj ki jai. So this is the condition. Four times in the morning time, 7 to 9, in the noon time. И вот когда они были в Панджабе, они вот говорили харикатху несколько раз в день, 3 или 4. 11 to 12, 11 to 1. After that prasadam, like to take, 4 to 6. After that, 7 to 9, 4 times. It is not joking. I heard it from old man, very old man. I know practical experience. I know. Hello. So, in Sylhet, all Bangladeshi people, they are yelling, "Oh, big big sadhu coming! We can hear like that is our net profit." И вот однажды они были в Силете, это сейчас на территории Бангладеша, и множество людей пришло с великим вдохновением, слушали харикатху, это было главной целью. И вот сначала дали речь, слово Гауди Матху, и вот Шридхар Махарадж, он первым дал слово Сидда Сварупа Прабху, Сиддханти Махараджа. И вот он начал говорить таким образом, что все люди возмущаться начали, почувствовали себя оскорбленными, хотели побить этого Сиддхасварупа. И там губернатор сидел, тоже подумал, что что такое. И вот это, в общем, возмущения много были, думали, что же делать. И вот на следующий день великий Шрила Мадхава Госвами Махарадж, все, что могу сказать о Мадхаве Госвами Махарадже, всего это недостаточно. И поэтому Гурупад Падма Шрила Мадхава Госвами Махарадж. И вот Мадхава Госвами Махарадж пошел к этому дистриктному магистру и сказал, что я уверяю вас, что сегодня, ну, в общем, они уже все отменили. Мадхав Махарадж прошел просить, чтобы еще раз организовали, то сказал, что тут народ возмущается, посмотрите. Мадхав Госвами Махарадж сказал, что посмотрите на меня, я обещаю, что никаких проблем не будет, мой брат Боги. Говорил правильно, но внешне выглядело, что он гневен. Он хотел пролить милость на этих людей. Большинство из этих людей хотят следовать каким-то мошенникам, которые прикрываются ведами, какую-то ерунду говорят. They're going to open the exhibition of public seva. But we какие-то миссии занимаются служением людям, говорят, что это служение Богу. Но хотя мы, слова моего брата в Боге, может, были достаточно жесткие, но мы обещаем вам сегодня говорить, он не будет. Посмотрите на меня, будет говорить кто-то более. Но кто-то более подходящий. И вот этот, все-таки они решили предостеречься. Ну, кучу полиции позвали, охранников, чтобы никто там их не убил случайно. И вот Шрила Мадхава Госвами Махарадж начал говорить,
что говорить о Харикатхе Шрила Мадхава Госвами Махараджа. Не нужно говорить Харикатху, если мы посмотрим на Шрила Мадхава Госвами Махараджа. Я очень горд им, что я нахожусь в его преемственности. И вот то есть ему не нужно было говорить Харикатху, просто посмотрев на него уже становилось все понятно. И вот он говорил Харикатху, и после этого Мадхава Госвами Махарадж попросил Сиддхартху Госвами Махараджа говорить, поскольку его стиль с речи был очень мягок. И вот он вначале попросил прощения за этого первого спикера. И сказал, что он сказал так и так, поскольку хотел как-то помочь вам, он более милостив, чем я. И вот Шиладжидар Махарадж начал объяснять, почему тут сказал так и жесткие слова, обиделись, что он имел в виду, смотрите, мы не можем говорить какой-то ложной философии вам, поскольку все читания Махапрабху, он пришел в этот мир, чтобы помочь обусловленным душам. Вы местные, имеете преданность. Почему вы следуете какие-то кармы и гьяни? Они обманывают вас, но вы верите им. Мы говорим то, что мы услышали от нашей Гурваги, которая снисходит от Шри Чайтаньи Махапрабху. Вы хотите обмануть себя или услышать о подлинном учении Шивана Махапрабху? И потом Шивана Махарадж стал очень сладко объяснять все. И люди были удивлены, начали хлопать, восхищаться. И после этого они попросили этого организатора, чтобы этот саду продолжалось еще хотя бы две недели, это наша просьба. Хотя вроде на три дня сначала собирались. И вот, в общем, люди были в восхищении, попросили хотя бы две недели говорить. И вот ситуация все, смотрите, полностью поменялась. Саду, он готов посвятить свою жизнь Гурарге Махапрабху. Еще один пример я могу привести. Он... Шрила Сиддхартха Госвами Махараджа отправили в Бомбей на проповедь, поскольку в Панджабе, Бомбее большинство людей майвади, в Южной Индии они все майвади в основном. И там один Гаудия Мат был основан, и от имени Гаудия Мат Сиддхартха Госвами Махараджа, Мадхава Госвами Махараджа и какой-то инженер. Забыл, как зовут, но титул инженера. Он был первым солиситор генерал в Индии. When India got liberty, that time he was the first. He was so important person. He convened one assembly of что-то вроде руководителем Индии был после получения независимости. И вот я туда предлагаю, вот еще на это собрание правительственное пригласили Сиддхартху Госвами Махараджа, ему дали время без каких-то ограничений. И вот он говорил Харикатху там, точнее 15 минут ему сначала дали, а когда Сиддхартху Госвами Махарадж закончил этот... Этот председатель встал и сказал, продолжайте говорить. Так, такая прекрасная речь. Зачем вы закончили? И тот сказал, что вы дали нам 15 минут, вот и закончил, еще могу долго говорить. И тогда вот дали ему больше времени, и все были в восхищении его речью.
поскольку язык Шриладева Госвами Махараджа очень прекрасен, его настроение. Настроение речи также. Если мы посмотрим на силу Шриладева Госвами Махараджа, мы будем очень довольны. Вот посмотрите его фотографию, он подобен ребенку. Если мы посмотрим на него, то наше сердце обрадуется. И вот множество случаев. Я хочу рассказать, и вот он был однажды на берегу Годавари, где Чайтанья Махапрабху и Рай Рамананда говорили. Шрила Прабхупада, он очень умен, он отправил Рамананду Прабху, Шридхар Махараджа, чтобы тот все организовал там. И вот тот подумал, как там все сделать, и очень дорого там. И вот Мадхава Госвами Махарадж и Хайгриф Брахмачари не пытались без устали что-то делать, но ничего не получалось. И Шридхар Госвами Махарадж сказал, что мы пытаемся сделать все, чтобы здесь кусок земли купить, и это было желание Шрилы Прабхупады. Возможно, не для вас. Мадхава Госвами Махараджа смеялся и сказал, что я думаю, недостаточно попыток предлагали. We can try more. Then after that, Madhav Goswami Maharaj and Siddhartha tried. They arrange one plot of land and the bank of Madhav Goswami Maharaj and Siddhartha Goswami Maharaj пытались, и так они смогли обрести какое-то место на берегу Годавари, установили там отпечатки стоп Шримана Махапрабху. Excellent thing. И исполнили желание Шрилы Прабхупады в Мадрасе. Было великое собрание Дхарма Сабхи, и вот одна половина хотела утвердить Майаваду, а другая группа Адвайтаваду. И в этом милость Гуранги, и в итоге один. They reach Gauriamath and request them to hire Brahmachari. Could you please appoint one judge who can sit in neutral as a chairman? After hearing both the party can, И вот, в общем, там собирался спор насчет и попросить Мадхава Госвами Махарадж. We can do, because Мадхава Госвами Махарадж is very happy that Сиддхартха Госвами Махарадж is there. We can arrange, no problem. И вот еще попросили организовать какого-то беспристрастного судью, и согласились, и вот. Вот там было несколько оппонентов, один там Рада Кришна какой-то, потом президентом Индии работал. Какой-то глупец дал ему имя Рада Кришна, хотя полностью Майявада, Майяваде никакой связи с Радой Кришной подобно нет у него. Но вот он с этим, со своими последователями пытались как-то утвердить превосходство Майявады, и потом другой знаменитый человек. Он был преданным, он начал приводить контраргументы, почему путь преданности он более превосходен, каково настроение служения, какой природа его. И Шридхар Госвами Махараджа смог переубедить их.
I can speak in details how one by one Sri Vasa wanted to open the knot and open and was bound to prove. И вот Шридхар Госвами Махарадж утвердил превосходство чистой преданности, и никто не смог возразить ему ни единого слова. Они вечные спутники Бхагавана, те, кто критикует Шридхар Госвами Махараджа. Таких людей нельзя ни в коем случае называть вечными спутниками Верховного Господа. Есть определенные признаки. И вот однажды еще хочу рассказать об одном случае. И вот Шрила Прабхупад хотел отправить Хари Брахмачари Рамананду Прабху. Я сейчас это говорю. Рандомно. И вот в то время он был отправлен в Сарбок, в Ассам, для проповеди. И вот они организовали там какую-то землю. И вот храм построили там, я был там. Однажды Махараш один раз в жизни в Ассаме был, и в то время и там я поехал, потому что один великий преданный ученик Бхакти Праген Кешава Госвами Махараджа, он был очень пожилой, Вишну Махараджа его звали, не знаю как, но он очень любил меня. Я не могу сказать, если он смотрел, ну, где-то видел меня, то приглашал везде. Вот он приглашал меня, я все, мне не получилось поехать, потом все же поехал, но тот уже оставил свое тело, я уже жив. Не застал, к сожалению. И вот он обещал всем меня привезти туда, ну, в их деревне. Он был очень возвышенно преданный. Он был подлинный последователь Шрилы Кешава Госвами Махараджа, но так или иначе, второй раз я издержал свое обещание, хотя в живых его, к сожалению, не застал. Но все же потом я был в его храме, говорил Харикатху там. И вот я Махараш там был в Асугауне, посетил Камакхью, Гуахати, там Харикатха была в процессе. Но один раз Махараш там был. И вот что я хочу сказать. Они в Сарбок отправились. Сарбок — это первый Гаудия Мат. Там был основан, и после этого они пригласили Шрилу Прабхупаду, что все готово. Приезжайте. И Шридхар Госвами Махарадж, Шримадхар Госвами Махарадж, они организовали слона для Шрилы Прабхупады. И вот Шрила Прабхупад ездил на местных этих электричках и поездах. Гуру Махарадж также ездил. Прабхупад,
И вот они организовали процессию со слоном для Шрилы Прабхупады. Мадхава Госвами Махарадж совершал киртан, танцевал там. И после этого они вот так посадили Шрилу Прабхупаду на слона и так довезли до храма. Там был очень скромный храм, как эта хижина для Шрилы Прабхупады. И вот Шрила Прабхупада дал ответственность Рамананде Прабху, чтобы тут все сделал. И когда ситуация позволит, то я приду и совершу абхишеку и авиграха пратишту Шидарду Госвами Махарадж. И вот это мурти, еще как не мурти, как сказать. И вот перед Абхишеком нужно почистить, помыть эти божества, но которые еще не призванные божества. И потом вот Сиддхартха Госвами хорошо их помыл, и протер, украсил. Все подготовил для Абхишеки, молоко, йогурт, ги. Tirtha, pani, water up in all, воду со всех святых мест. All everything, sugar, honey, but what happens? Who knows? Сидар Госвами Махарадж предложил гирлянду божествам. Big garden, very nice, costly garden. Two deities. Then Сидар Госвами Махарадж Прабхупад. И тогда он потом позвал Шрилу Прабхупаду для того, чтобы он провел Виграха Пратишту. И Шрила Прабхупад пришел со своей комнаты, зашел в алтарную, открыл дверь в алтарную и удивлен был. Сказал, что мне делать уже... Уже все сделано, как бы никто же не делал ничего, не нужна Абхишека и Виграха Пратишта. Что такое Абхишека? Это Виграха Пратишта, это когда Бхагаван является в божествах, в этих мурти, чтобы принять наше служение, но благодаря чувству Рамананды Прабху, Бхагаван явился уже там, уже нет нужды совершать Абхишек. Бхагаван уже там, понимаете, кто такой Шрила Сиддхартха Госвами Махарадж, почему Гуру Махарадж имел очень близкие дружеские отношения с ним, и почему весь мир сейчас пуст без него. Никто не может заполнить ту пустоту, которая образовалась после ухода Шрила Сиддхартха Госвами Махараджа. Если Шрила Прабхупад придет опять, то... то он сможет заполнить эту пустоту. Сегодня день ухода Шрилы Сиддхартха Госвами Махараджа. Мой Гуру Махарадж, он однажды пришел к нему и плакал, как ребенок. Очень сильно плакал. О, Сиддхартха Махарадж, вы оставляете меня. Не оставляйте нас. Гуру Махарадж плакал, как ребенок. Он очень переживал о том, что Сиддхартха Махарадж скоро уйдет. И Сиддхартха Махарадж так оставил тело. У нас есть привилегия, золотая возможность вспоминать этих великих преданных Гауди, и мы обретем огромную силу в баджане, памятуя о них. И в какой-то день я могу объяснить вот об этих терминах. Мокхо логодакрит, шудурлаба, шандра ананда вишешатма,
Shri Krishna Karsani Chausa. Excuse me, Bancha Kalpatri Vasikar.